Now, let's revise all of the words on the topic my food. А теперь давайте повторим все слова по теме «Моя еда». Look, I am hungry. Hungry. Я голодный. I am hungry. Я голодный. Посмотрите, сколько еды вокруг. Давайте будем предлагать какие-то угощения голодному другу. Toast? Yes, please. Tea? Yes, please. Когда стоит галочка, это значит, он согласен, он выбирает эту еду. Если мы выбираем эту еду, мы соглашаемся. Yes, please. Да, пожалуйста. Yes, please. Когда возле еды стоит крестик, это значит, ему не хочется такой еды, и он отказывается. Отказывается вежливо. Говорит, no, thank you. Нет, спасибо. No, thank you. Eggs? No, thank you. Ham? No, thank you. Sweets? Сладости? No, thank you. Milk? No, thank you. Cake? Yes, please. Попробуйте теперь и вы. Пройдите по каждому продукту на этой картинке. Спросите и ответьте. Если стоит галочка, вы отвечаете «Yes, please». Если стоит крестик, вы отвечаете «No, thank you». А на страничке 91 мы с вами повторяем все буковки, которые мы с вами уже знаем, и их друзей, как они называются. Только в этот раз мы попробуем с вами вспомнить букву по той картинке, которая возле нее. Например, посмотрите, пожалуйста, на первую картинку. Это королева. This is a queen. Queen. Qu. Letter Q. Слово queen начинается со звука qu, qu. Значит, это буква Q. This is a queen. Letter Q. This is a bear. B, b, bear. Letter B. This is a monkey. M, m, monkey. Letter M. This is a fox. Fox. Letter F. Попробуйте вспомнить название остальных друзей буквок и выбрать подходящую букву.